Итак, после приседания ножницы делаем упражнения на грудные мышцы. Они называются по-научному амбодоминальная, клавикулярная, скапулярная, то есть верхняя, средняя, нижняя часть. И еще и подразделяются на внутренние части крепления ее, вот, и внешнюю. То есть, если мы делаем руки широко, у нас работает внешняя часть. Если руки узко, значит, у нас средняя и внутренняя часть, средней части грудины. Вот. Рекомендую отойти от лоховских отжиманий средним хватом, среднего положения хвата. Я считаю, это отжимание непрофессиональное, так сказать, буду называть это лоховское. Кому-то может это не понравится. Даже для ударников, для спортсменов, которые занимаются ударными видами спорта, это неприемлемо, потому как у нас есть мышечная память. Вот. То есть, допустим, прямые удары, мы куда направляем? В точку, в подбородок, да? То есть идет движение рук на сужение, как бы, да, треугольник. То есть мы бьем в треугольник. Вот. Если мы отжимаемся вот так, мы отжимаемся, и у нас где-то в пограничной ситуации мозга, где-то на улице и так далее, адреналин, пограничное состояние, у нас уже мы работаем подсознательно, да? Мы кидаем руки. Руки у нас летят просто-напросто где-то также на ширине, ну, плюс-минус, да, как мы и отжимаемся. Да, конечно, кто-то говорит, постановка удара – это одно. Но еще раз говорю, нужно все это, и постановка удара, и естественно, и… Кот дебил. Вот, и отжимание нужно, да, все это вместе. Тогда у вас будет четко, не будет никаких у вас разбросов ни в уме, не в физике. Итак, отжиматься, вот я делаю треугольник пальцами, вот треугольник, пальцы расширяю, и вот так отжимаемся. И это дополнительно увеличивает нагрузку на грудные мышцы и на трехглавую мышцу плеча. Вот. Отжимание начинать сначала без огрузки, отягощения, затем можно по килограммчику прибавлять. Там недельку позанимались, килограмм накинули. Отжимания можно делать с цепью нашей, вешать рюкзак. Ну, кто что может. Я пока вот подручный способ нашел где-то на балконе рюкзак, нафигачил туда бутылок с водой. Рюкзак располагаю вверх ногами, чтобы он давил мне не вниз спины, а наверх спины. Итак, камеру в пол. Поехали. Вот в таком положении отжимаемся. Вот. Посередине делаем между указательными пальцами как бы сердечко. Большими. Пальцы расставляем широко, чтобы у нас упор был. Перед каждым отжиманием можно как бы настроечку сделать, такую вот пружинище. Собраться с духом, с воздухом. И начать. Итак, ну, 10 килограмм огрузка, примерно,
И обязательно восстановление дыхания. Обязательно. В следующих сериях я плотно остановлюсь на этом. Итак, прокачали это упражнение, еще раз повторюсь, на грудные мышцы, на среднюю часть мышцы груди, а именно на как бы внутреннюю и среднюю ее часть. Это упражнение заменяет жимы штанги. Это упражнение также заменяет упражнение на трицепс. Да, если вы культ, если вы хотите себя сделать культа, то вы можете пахать часами на тренировках, отдавать бабки, вот, и пахать часами на тренировке. Но я вам скажу, как человек с 50-летним стажем тренировок, все это проходит. Деньги ваши потраченные остаются где-то у людей, не на благо семьи. Вот. Рано или поздно вы бросите, у вас будут перерывы, мышцы не удержать. Они уходят, они ссыхаются. Ну, если вы хотите, чтобы ваши эти деньги пошли, так сказать, вашим детям на мороженое, да, вот, или на благо семьи, то можно заниматься и дома, и поддерживать, сделать себя, свою форму, свое тело прорельефиться, набрать мышечную массу и весной, летом выйти на улицу, то есть за зиму вы можете дома прекрасно набрать форму. Вот, летом выйдете на улицу и вас спросят: вы занимались в спортзале? И вас проберет некая гордость. Можешь сказать: да, я занимался, вот, упал, отжался, подтянулся. Вот так. То есть я считаю, это круто. А спортзалы, так сказать, ну, кому что. Так, отдых, следующий подход будет.